на самом верхнем уровне, да, разграничение осуществляется именно вот к набору приложений ClickView. То есть пользователи, там, условно говоря, одного департамента, одной группы там, имеют доступ к одним приложениям, пользователи другой группы имеют доступ к другим приложениям. Следующий уровень разграничения безопасности – это набор закладок в рамках одного приложения. То есть зашел пользователь один, да, он видит там, 5 закладок. Зашел пользователь 2, он видит весь набор закладок. Следующий этап разграничения доступа – это к объектам ClickView. Да, вот каждый объект, который мы видим, да, каждый фильтр, каждый график – это отдельный объект ClickView, и можно настраивать доступ именно к нему. Например, при помощи опции «Показывать», да, там всегда его показывать, либо по условию. А условием там, в данном случае будет являться, что пользователь принадлежит там, к такой-то группе. Вот, таким образом, один пользователь зашел и видит только 2 объекта, зашел другой пользователь и видит все объекты. Вот. И последний уровень разграничения доступа – это уже по самим данным. То есть, например… Ну, например, сотрудник некое подразделение, да, заходя в систему, увидит данные только по своему подразделению. То есть как будто у него вот сработал, там, допустим, некий фильтр. То есть он будет видеть данные с ним, и все остальные данные, которые в данном случае подсвечены серым цветом, их он просто даже не будет видеть. То есть вот последний уровень разграничения прав, это как раз вот уже по самим данным. То есть зашел сотрудник Иванов, видит данные только связанные с Ивановым. Как правило, в схеме данных, там, например, на некое поле накладывается ограничение. Вот сейчас мы видим, кстати, схему данных уже полноценного проекта. Вот, выглядит в таком виде. Это что я хотел про безопасность рассказать.